Меня зовут Джим Геррера, и прямо сейчас я нахожусь у въезда в потрясающий городок Сэнди Шорс. Последний оплот благоразумия, благодетели, вменяемости и свободы в нашей прекрасной стране. Как вы можете заметить, год основания этого прекрасного места 3010 от нашей эры. Сэнди Шорс — это город будущего. Сейчас мы поговорим с Даниэлем. Он пожарный в этом прекрасном городе. Что он расскажет нам о жизни в Сэнди Шорс? Скажите, Даниэль, вот в качестве пожарного, наверняка вы знаете весь этот город. Ну, знаю, много лет уже здесь. И что? Ну и как вы оцените жизнь тут? А чё? Нормально. Но какие же люди живут в Сэнди Шорс? Знаете, мне нравятся здешние жители. Все такие приветливые. За исключением полицейских, конечно. Но неважно, я не хочу об этом говорить. Давайте спросим об обычаях, о традициях. Скажите, пожалуйста, а вот я слышал, знаете, читал в интернете, что в прекрасном городке Сэнди Шорс есть такой обычай. Раз в год люди выходят в пустыню, куда-нибудь заходят поглубже и обливаются с ног до головы водой, снимая с себя штаны. Это какая-то традиция или как бы вы это характеризовали? Не слышал никогда. Это что, клуб Педрил, что ли? Что, Сэнди Шорс? Нет, я хотел сказать ритуал, что ли, в клубе геев. Не знаю, не знаю. Вы думаете, только геи могут таким заниматься? Нормальный мужик бы штаны не снимал, знаете ли. Даниэль, а может, скажете пару слов для городских? О, господи, Сэнди Шорс! Что с этим городом? Секунду, меня зовут Джим Геррера. Я вещаю прямо из Сэнди Шорс. И в данный момент мы скрываемся от здешних жителей. Полицейский участок Сэнди Шорс является неоспоримой жемчужиной этого места. Прямо сейчас за нашими спинами кипит активная работа здешних стражей порядка и закона. Ну что же, не будем им мешать. Потом заглянем. Потрясающая экология округа Сэнди Шорс позволяет здешним жителям добывать себе еду, минуя супермаркеты и различные рынки. Вода в округе Сэнди Шорс настолько чиста, тепла, прекрасна, что ты чувствуешь всю свою близость к природе. Очень дружелюбный и спокойный городок. Очень спокойный. Ну что, как тебе Сэнди Шорс? Ну, хороший городок, я бы здесь жил. Да не говори, не город, а сказочка. Собаки в Сэнди Шорс всегда стоят на страже своего убежища. Сейчас мы находимся в одной из элитных квартир жилого комплекса Сэнди Шорс. Мечта близко. Здесь мы видим одного из здешних олигархов, который уже заработал себе на прекрасный особняк. Как мы видим, он абсолютно не утруждается работой и каким-либо занятием, поскольку больше деньги ему не нужны. Теперь он может отдыхать всю оставшуюся жизнь, поскольку Сэнди Шорс — это элитный микрорайон для успешных людей. Меня зовут Джим Геррера, и это включение из потрясающего места под названием Сэнди Шорс.